Вот. А тут самое частое, вот, постерунков, видите, пост – это сокращение от этого польского обозначения вот звания. Вот самое низкое звание в полиции – постерунковое было, вот, которое как бы соответствует капрау, там, ну, армейскому младшему сержанту. Вот. Вот видите, вот тут написано, вот пшот, тоже сокращение, пшодовник. Это более высокие звания, но тоже как бы унтер-офицерское, это, так сказать, соответствует там сержанту, пшодовник. Самый старший, значит, из этих младших чинов, это старший пшодовник. Где-то тут, вот тут старший постерунковый, видите, ну, четыре звания низших чинов. Вот постерунковый, старший постерунковый, пшодовник и старший пшодовник. Вот. А офицеров было немного. Тут офицеров полицейских 168 человек всего. А сами ямы эти могильные, вот они вот там, вот над каждой могильной ямой, вот один большой крест. А их не эксгумировали, нет? Их эксгумировали. Да? Вот Да. просто вот всех как-то идентифицировали, нет? Не-не-не, всех идентифицировать, там уже, понимаете, там эти останки в этих ямах, они превратились уже Идемте сначала в туда, мы такое сходим, месиво, а то мы да. здесь. Вот эти два креста, вот тут, это вторичные могилы. Это вот когда была эксгумация в 91 году, то есть той единственной ямы, которую в 91 году исследовали и как бы извлекли всю до дна, вот останки перезахоранивали уже в таких деревянных ящиках, во вторичные, то что могилы все вон там, вот где там, где те большие кресты. И вот это одна первичная могила, вторичная могила. И вот этот крест, это еще одна вторичная могила, которую в 95-м году устроили, а потом отказались быстро. То есть они, как бы когда начали эксгумацию в 95-м году, то из первых ям, которые они тогда изучили, они останки решили тоже во вторичную могилу перезахоронить. А потом, когда оказалось, что там это так много, то они от этого отказались, им, значит, извлекали из ям эти останки, и когда, значит, доходили до конца, а некоторые ямы даже больше половины ям даже не до конца эксгумировали тогда, в 95-м, и эти останки складывали обратно туда же, в этих, ну, в пластиковых этих мешках. Вот, так что вот эти два креста – это вторичные могилы. Это, значит, я не уверен, которая из них 91-го, а которая 95-го года. Вот, либо так, либо так. Но вот это вот, значит, вторичные, куда уложили. Вот этот крест, это, значит, над закладным камнем к кладбищу, и закладной камень, который был освящен Папой Римским Иоанном Павлом II. Приезжал сюда или приезжал? Нет, он сюда не приезжал, но, значит, но камень он осветил, камень привезли, вот это, видите, вот здесь тут и написано, по-польски, правда, по-русски не написано. Вот видите, вот, значит, вот текст. В этом месте находится освященный вот святым отцом Иоанном Павлом II, значит, закладной камень для строительства польского военного кладбища в Медном. Вот. И тут вот этот крест. То есть этот крест тоже не над могильной ямой. Вот эти два креста над вторичными братскими могилами. Вот. Потом, значит, вот главный крест, который за алтарной стеной, он тоже не над могильной ямой. А все остальные там, это и есть вот эти 23 креста над 23 вот теми могильными ямами, куда сбрасывали тела тогда.
вот мы находимся на той территории, на которой в 40-м году захоронили останки, тела расстрелянных польских военнопленных из Осташковского лагеря. Их расстреливали в Калинине, в здании управления НКВД, в том здании, в котором нынче находится Тверской государственный медицинский университет. В течение ночей их там ночью расстреливали, а затем утром грузовики, закрытые брезентом, привозили тела вот сюда, где, значит, один из прибывших из Москвы чекистов имел квалификацию экскаваторщика. Вот был сюда пригнан экскаватор из Калинина, и вот он рыл эти ямы, для каждого этапа отдельную яму. По прибытии в ближайшую же ночь расстрелянного в Калинине, и на следующий день утром, значит, привезенные сюда сгружались и сбрасывались в эти ямы. Вот здесь в 91-м и в 95-м, 94-м и 95-м годах в результате сначала следственных действий еще советской главной военной прокуратуры вот были обнаружены, установлены 23 могильных ямы. Почти не было случаев, когда удавалось выделить, ну, тело, останки одного отдельного человека. Почти не было. Это была такая, вот, судя по описаниям в протоколе эксгумации и в отчете этой польской экспедиции, ну вот продукты разложения мягких тканей, и вот в этот слой, в эту массу были погружены костные останки, кости, черепа, одежда, вот полицейские мундиры, и в карманах находили вот различные находки, подтверждающие, что эти люди были пленниками в Осташковском лагере, например, самодельные деревянные табакерки, которые они, ну не табакерки, там, ну да, табакерки для махорки и, значит, портсигары какие-то, которые они сами там из каких-то деревяшек, досок, кусков досок выделывали, и на них прямо вырезали надписи Осташков, там с датой прибытия иногда. Есть эти самые табакерки с вырезанной датой, которая в точности совпадает с датой прибытия какого-то этапа в Осташков, когда их еще в 1939 году туда свозили. Эти находки, почти все эти находки хранятся в Катынском музее в Варшаве. Эти находки позволили совершенно, так сказать, без всяких сомнений, бесспорно установить, что это люди именно из Осташковского лагеря, что они там содержались до апреля 40-го года, самая последняя дата там, на письмах, в нескольких дневниках. То есть там огромное количество бумаг, которые не удалось прочитать, потому что, в общем-то, значит, это непростое дело, ну не то, что непростое дело, но трудно сохраниться, да, таким надписям. Но некоторые удалось прочитать. Тем, которые там, скажем, в отдельных кожаных бумажниках находились. Ну и потом, значит, специалисты объясняют, что вот если нету доступа воздуха, и эти бумаги вот находятся, ну вот в этой массе тел, то это тоже способствует сохранению. Ну, хотя далеко не все сохранились. Вот я тут начал уже говорить, что вот на основании этих находок, извлеченных из этих ям, уже в 91-м году, и это зафиксировано в протоколе главной военной прокуратуры, на основании вот, скажем там, пачка открыток от жены, так ясно, что она и с адресом, что вот это в Осташковском в лагере, там почтовый ящик 37 в Осташкове человеку. Ну, значит, ясно, что это он сам при себе и держал, никто другой не мог. Значит, есть удостоверение личности, служебные в отдельных случаях. Вот там в одном случае этот самый воинский опознавательный жетон, знаете, вот их там... Потому что тут, кроме полицейских, все же оказались там некоторое число небольшое, 30 человек, армейских офицеров, главным образом военных врачей.
И это как бы наше НКВД тогда совершенно намеренно, потому что когда держишь такую массу людей в лагере, то болеют, как-то нужно, значит, лечить, своих врачей нету, вот польских врачей. Вот такой опознавательный жетон одного польского врача обнаружили, и это тоже как бы бесспорное доказательство, что он именно в этой яме лежит. Вот таким образом удалось вот установить личности вот поименно, кто в какой яме лежит, вот здесь, для 44 человек всего. Вот, по бумагам, вот я говорю, в одном случае по этому личному опознавательному армейскому жетону, в одном случае по полицейскому служебному жетону. Но с полицейскими служебными жетонами их тут, значит, немножко больше нашли, но сложность с ними там, они как бы не так напрямую связаны с личностью человека, служебные жетоны, номерные. На них нету фамилии. Вот на этих армейских опознавательных, на них есть фамилия, имя, год рождения, военкомат указан, а вероисповедание, значит, католик или иудей, там, или православный. Вот это на этих, на армейских. Но армейский тут всего один нашли, и по нему вот этого самого врача установили. А на полицейских только служебный номер и номер этого самого полицейского округа, фамилии нету. Значит, во-первых, эти служебные у полицейского, а большинство тут 90% почти, там 87% кадровые полицейские, в основном нижние чины. И плюс еще там 150 человек, которых призвали во вспомогательную службу полиции в Польше накануне нападения Германии. То есть вот, если их учесть, то получается 89% всех расстрелянных – это полиция. А кадровых 87% – это те, кто были вывезены из Осташковского лагеря. Так, 6287. Но плюс по документам НКВД удалось установить еще 8 пленных, которые в разное время, часть из них, несколько из этой восьмерки, не все, но несколько, содержались в Осташковском лагере, но из него были, скажем, вывезены в Калинин на следствие. И в момент, когда началась эта операция по расстрелу, они находились в Калинине под следствием. И судя по документам, которые на них сохранились, вот я тут уже, когда мы ехали, я говорил про эту самую бюрократическую процедуру, как проходило оформление бумаг. Вот эту процедуру всю удалось реконструировать. И судя по документам вот на этих людей, кто вот на эту восьмерку, да, получается, что их документы укладываются в эту процедуру, которая специфична именно для этой расстрельной операции. То есть, допустим, вот они были под следствием в Калинине, их не везли из Осташкова, потому что они уже были раньше, в Калинине сидели. И вот похоже, что их тоже, значит, что они тоже сюда попали, их 8 человек, так что, значит, вот этих 6287 совершенно значащихся в списках предписаниях, которые, значит, мы считаем, что это есть доказательство, списки предписания, плюс 8 человек предположительных, значит, 6295. Ну и надо сказать, что это число 6295 именно с точностью, именно с такой точностью. Не там примерно 6300, а именно 6295 назвал Токарев в своих показаниях. Токарев это? Токарев, он в 40-м году был начальником управления НКВД по Калининской области. А в 90-м году, когда началось, значит, в 91-м году, в 90-м году следствие началось, а в марте 91-го года он дал очень подробные показания вот следователям главной военной прокуратуры. Очень подробные и очень содержательные. И, в общем, как бы я бы сказал, что спасибо ему за эти показания. Хотя он, несомненно, был участником вот этой расстрельной операции. Я думаю, что, значит, он был как бы участником по неволе, но он исполнял ее. Хотя, значит, он очень подчеркивал всегда, что он, значит, что ему было это очень не по душе, и он этим мучился и в последующие годы, и в том числе и в послевоенные годы. Вот я тут уже начал рассказывать, я не знаю, может быть, не все слышали,
что, значит, поскольку эти показания Токарева, они настолько важны и настолько, как бы, окончательно закрывают, ну, какие-то сомнения, кто расстрелял этих польских военнопленных, да, то, что высказывались. Ну, известна эта советская версия, да, которая существовала почти полвека, да, о том, что это не мы расстреляли польских пленных, а это сделали немецко-фашистские захватчики. Да, там была эта комиссия Бурденко 44-го года с таким протоколом. Вот Токарев, значит, ну, кроме того, что после показаний Токарева, который, кстати, указал это место, он его указал не очень точно, он уже был глубокий старик, полуслепой. И он сказал, что вот он однажды был на том месте, где захоранивали, на этих захоронениях, что вот вскоре после окончания расстрелов он своему водителю, который был активный участник расстрелов, его личный водитель, что он, значит, водителю сказал, вот привези меня туда, а это в полукилометре от его токаревской дачи. Вот он говорит, у него были тогда две дачи. Вот одна была здесь дальняя и была ближняя где-то, значит, но он говорит, что та ближняя, что там, значит, аэродром был рядом, и было очень шумно, и вот ему. Значит, Токарев это место обрисовал, то есть вот в этих показаниях Токарева, которые мы опубликовали, они есть вот там в третьем томе этой книги «Памяти убитых в Калинине, захоронены в Медном». Он сказал, как ехать, как из Медного проехать, значит, из центра Медного переехать через речку, свернуть налево и проехать еще примерно 1,5 километра и сюда проехать. Вот, в общем, он вот так обрисовал. Дмитрий Степанович, какое оружие было на вооружении у вас и у других офицеров НКВД? Табельное оружие, это у меня, правда, был немецкий маленький карманный пистолет «Вальтер», причем, когда приехали Блохин, Синегубов и Кривенко, привезли с собой целый чемодан пистолетов. Оказывается, пистолеты быстро изнашиваются от стрельбы. И вот чемодан пистолета привезли. А какие пистолеты? Пистолет «Вальтер». Вальтер. По-моему, Вальтер. Вальтеры были, а другие не было? Я не помню. Может быть, были и другие. А патроны какие к этим пистолетам? Ну, Вальтер, известный пистолет, Вальтер номер 2. А какой калибр, я не знаю. Чего я боюсь сказать? Когда ты знал? Я вдруг наткнулся, что был еще один допрос Токарева, в том же 91-м году, но уже в декабре, когда его следователи стали спрашивать. Значит, он, во-первых, подтвердил все, что он сказал в марте. Вот он в марте сказал, а летом раскопали и, значит, и увидели, и вот вытащили. И эти мундиры, эту синюю землю, да, полицейские мундиры темно-синего цвета, вот их краситель почву окрасил там. То есть там вот копали, значит, пошла синяя земля. Вот где видели синюю землю, значит, там захоронение. А в декабре его допросили еще раз, где он, значит, сказал, что я все подтверждаю, что сказал. А дальше ему задали такой важный вопрос: а вы вообще кому-то еще это рассказывали раньше? А он, значит, и в первых показаниях говорил, что вообще-то, когда им объявили, когда вот его вызвали на совещание в Москву к Кабулову, начальников управлений вот Смоленского, Калининского, значит, Харьковского, то им объявили, что, значит, никто не должен знать. Потому что тот же Токарев спросил, а могу я про это рассказать первому секретарю обкома? Ему сказали, никто не должен знать, живых свидетелей быть не должно. Вот эти белые кресты, березовые, это символические кресты. То есть они не привязаны ни к каким захоронениям. А вот эти высокие темные кресты, они по одному кресту на каждой обнаруженной могильной яме. Причем, значит, там как бы
Но, в общем-то, и сопоставление с документами НКВД и с теми же, значит, этими списками и предписаниями, оно для некоторых ям позволило, так сказать, определить прямо поименно, кто там лежит. Понимаете? Не для всех, к сожалению. Вот, ну, вот здесь это вот эта яма 1Д, а вот яма 1Б, вот для которой мы знаем точно поименно всех. Но их уже здесь, но они уже здесь не лежат, потому что их перенесли во вторичную могилу. Вот это яма 1Б. Да? Вот тут яма 1А, и там еще, значит, яма 1С, вот тот крест. Вот это был, вот это вот этот самый первый раскоп. Вот раскоп номер один. Где даже еще и не знали, сколько этих могил и что там может оказаться. Им казалось, что это все одна огромная могила, но более детальные вот потом уже исследования, потому что это отдельные ямы вот, в пределах вот этого одного раскопа. Вот это все, вот, значит, это работы 91-го года. Это, значит, наша советская главная военная прокуратура при участии польских там антропологов, судмедэкспертов. Так, на счет три снимаю, пожалуйста, постарайтесь не дышать. Раз, два, три. Секунду. Но есть и сведения тоже КГБшного происхождения, опубликованные в книге памяти жертв репрессий в Калининской области, опубликованные начальником одного из отделов управления КГБ по Калининской области. Так, ну, к тому моменту уже оно было не КГБ, в общем, 90-е годы, где он прямо пишет, что вот свидетельство о том, что жертв большого террора, расстрелов наших советских граждан, соотечественников, что их захоранивали, во-первых, вот на кладбище в самом Калинине, да, вот на Волынском кладбище в северной части. И потом, что, значит, какие-то захоронения прямо на территории вот этого нынешней медакадемии нашли тогда. И что вот приехал из Москвы, значит, конкретный там, конкретный чекист накануне вот этих раскопок и как бы и показал, где копать. То есть и что у него было, были сведения и про советские захоронения, и про польские. То есть такая, но это все как бы вторичные сведения, то есть со ссылкой на документы, со ссылкой на КГБ, но первичных документов так до сих пор и нету, и раскопок здесь по-настоящему других, кроме вот этих польских, и не было. Кто не знает, просто вот там, где... Вот, с правой стороны. Вот от симметрично двери. Относительно с, там, с левой стороны мемориальная доска, я уже забыла. Это Туполев, он учился в этой гимназии. Да. Туполев. А справа, сторону? По другую сторону двери, были вот две доски. Вон дырочки есть. Чуть такое огромное здание. Нет, не те дырочки. Не те дырочки? Да. Вот это и оба флигеля были НКВД. Да. И вот эта самая тюрьма, вот видите, вот эти окошки, которые на уровне земли. Вот это есть цокольный этаж, где тогда была тюрьма. А еще есть подвал? Где сами расстрелы были? Нет, так это, да? Есть, это есть подвал. Ниже ничего не есть было. Есть вроде бы, нет? Не-не-не, не ниже ничего не было. С одной была польская, а с другой памяти советских граждан, что погибли. Да. Да, конечно. Сняли все. Будет уже не стоматология. В начале 90-х люди туда еще пытались попадать, некоторые попадали и пытались найти. Там была статья в местной газете Тверской тогдашней.
ну не помню я фамилию этого журналиста, кто писал, который, значит, пытался установить, какие именно помещения и внизу, и еще он там говорил, что, дескать, тюрьма была на чердаке, что Токарев отрицал. Тюрьму на чердаке отрицал. Он говорит, при мне не было. Вот в нижнюю он описал вот эту самую, вот этот полуподвал. Ну, вот этот полуподвал, там часто его называют просто подвалом. Хотя, значит, вот окошко выходит сюда, да? Ну, да? И ниже точно ничего нет. Вот еще более низкого этажа. Ну вот, собственно, вот так. А вывозили, вот расстреливали. Значит, удалось даже, там один из, значит, сотрудников НКВД, он, который, правда, поступил на работу водителем в декабре 41 года, сразу после освобождения Ильи от фашистов. Да? И дальше работал там много лет водителем и общался с теми водителями, которые участвовали в этой расстрельной операции. И он от них узнал, и он в 91 году тоже дал показания. Он детально нарисовал, значит, где было, откуда выносили, где были выходы. Вот сзади были, значит, эти выходы на поверхность, где грузили на грузовики и выезжали вон туда. Ну, я не уверен, что это вот были те ворота, на которых мы проезжали, но примерно там. Примерно вот там они, эти грузовики, закрытые брезентом, выезжали и ехали в Мирного. Сейчас такое не сделали за что бы, да? Недавно открывали, там в Москве что-то. Давайте наоборот сюда лицом, а то так. Да.